Привет, YouTube, привет, подписчики, гости моего канала. Решил я переделать все-таки свой тракторок, который сделал еще 3, а может 4 года назад, уже точно не помню. Каким он был, я вставлю, значит, несколько фотографий и, не знаю, пару роликов в конце видео, чтобы было с чем сравнить. Значит, переделал я раму, была она у меня 80 сантиметров на 40. Я ее удлинил, теперь она у меня стала 1,30 м. Задняя полурама осталась такой же, 60 на 40. Единственное, что я сделал, это я удлинил передок, добавил сюда, разрезал, вварил швеллер 10 сантиметров, он у меня стал длиннее. Мосты я не трогал. Как они стояли приваренные, так они и остались. Коробка на месте. По кардану сейчас расскажу. Так, вот этот узел, который перелома, я его тоже развернул. Разрезал здесь и здесь, не по углам. По углам не захотел, если честно, возиться, вымерять все это самое. Отмерил нужное расстояние. Ровненько под угольник распилил, перевернул и снова вварил. Значит, здесь я добавил 40 сантиметров. Ну, тут я из двух кусков сварил, здесь он соцельный получился. Короче, вот такой вот Франкенштейн у меня получается. Весь на швах. Проваривал как снаружи, так и изнутри. Ну, так заливал, нормально вам скажу, заливал. Задняя полурама без изменений. Единственное, что я, как я и сказал, что развернут узел перелома. Было срезано все лишнее, где крепился двигатель, где крепился руль. Все удалил. И поставил, значит, кардан вот таким вот образом, через подвесной подшипник. Здесь он при переломе стоит ровно, ломается только вот здесь. Шлицов хватает, чтобы сломаться. Крестовины не встречаются друг с другом при вот такой вот схеме. Ставил я прямой кардан от моста до моста. При переломе крестовины встречались друг с другом. Вот так вот не встречаются. Просто приварил уголок, прикрутил подвесной. Все. Установил, значит, снял вот эту вот вареную на ту сторону. Вот такая вот вареная у меня была штука под нужный угол, сошка. Ну, она мне, ничего с ней не произошло, она не нужна. Поставил я заводскую вот эту вот сошку, я так ее называю, может, неправильно, но прошу понять и простить. Все, на этом все. Развернул, повернул, добавил. Получилось 1,30 м, повторю, на 40, 60 на 40. Некоторые скажут, мосты находятся от узла перелома на разном расстоянии. Все верно. Где-то я потеряю, кстати, вот он ломается. Где-то я потеряю. Где-то я что-то приобрету. В том плане, мне так нужно, я так делаю. Это делаю для себя. Крестовина вращается и не встречается. Так же и при переломе. Шлицов хватает аж бегом. Вот так вот он ломается. Пришло время ставить гидравлику. На самом деле я уже сделал здесь кресло, но это будет отдельное видео, коротенькое. Здесь уже установил рулевую рейку, вот такой длины она у меня, вот отсюда до сюда, 76 сантиметров. Все это будет по каждому узлу отдельный короткий ролик. Вот. Карданы подгонял уже по месту, по нужному размеру, как надо. Так что вот так. Глобальная будет у меня
переделка. Интересно, смотрите. Не забываем подписываться, кто не подписан. Не забываем комментировать. Все это уже люди некоторые посмотрели в моей группе в WhatsApp. Группа называется «Синий трактор», ссылочку я в описании оставлю. Мы уже посмотрели практически полностью в собранном состоянии. Все это интересно, все это в режиме реального времени делается, снимается. Ролики, узел этот остался там же, все осталось там же. Рама меняет свои размеры. Почему я делаю так? Все по порядку. Все, всем пока. Следующий ролик обязательно выйдет.